Так, ну что, ребятушки, все я сделала, я смогла, да, выжить. И вот мы, значит, стоим тут около Вилла Бальбонелло, да, в парке. Будем сегодня в парке ходить. Вот смотрите, как обычно я говорю, что вы сегодня увидите, какой огромный парк и какая маленькая вилла, да. Вот. Там внутри, конечно, всякие разные переходы. У меня, говорю, что есть на канале внутри, обход внутри виллы. Там я все записывала, в тайне, конечно, но все записывала. Вот. И как раз вот там тоже вот такая тема, что вот наслаждайтесь красивым светом, что комнаты очень маленькие, вот. Ну и вообще, вот посмотрите, какой огромнейший парк и какая маленькая вилла, и это всегда, это всегда. Это не первый раз и не последний, это как бы уже, как сказать, у меня уже искомину набило говорить об этом. Поэтому я даже не буду говорить. Вот. А будем ходить по парку. Ну, там еще, естественно, виллу снимем. Вот. И я думаю, что я не буду уж прям тут это очень сильно за, как сказать, запариваться. Потому что и часы у меня, и все, у меня есть это. Уже, как сказать, вот это те часы, про которые я говорила, которые как, хотя бы альмено, да, хотя бы здесь, честно говорят, что они бьют без никого. Ну, потому что уже никак нельзя было объяснить. Человека-то нету, типа, там циркушка такая маленькая такая совсем. Она же закрыта. То есть, вот посмотрите, как здорово. Тут не просто блики, но еще и там целая такая, кстати, целая солнечная, да? Сейчас я сделаю фотку. Это я любитель солнечной дорожки, короче. Вот, поэтому... Ну вот, обратите внимание на наши всякие там коммуникации. Да, ну короче, вот я хочу сказать, что мы когда были с ним, было очень жарко. Сейчас, конечно, все гораздо круче. Вот это вот свет осенний, я даже не думала, что он так классно может падать. Тут наша лампа тоже. Светильник, лампа. Так, мы сейчас пока коммуникации вот поснимаем. Посмотрите, мне нравится, как вот это вот... Дорожка, грубо говоря, заканчивается, да, видите? Вот. Почему бы, да? Почему бы не продолжать? По идее, может туда выйти было, но сейчас пока здесь по верхам походим. У меня такое было это соревновательное, как сказать, приключение всех обогнать, что я сейчас это... Хочу просто посидеть, кофейка попить где-нибудь. Мне нравится, я сначала отолью, блин, а потом снова себя вливаю по новой. Так, ну давайте сначала. Хотя вот по идее здесь будет попозже хороший свет. Я помню. Тут у нас место жижи, да, посмотрите. Наш этот суперинтеллектовский кустарник все вбил. Все арки, все... Ладно, потом попозже пойдем, потому что там, по-моему, ждут, когда зайти в здание на экскурсию. Поэтому мы пока здесь походим. Так, вот я в тот раз вот сюда не ходила, потому что у меня уже не было сил. Вот сейчас мы в первую очередь пойдем туда. Хоть там и тень, но неважно. Отработаю, все сниму. Вот. Покажу вам везде вот коммуникации. И вот пошла, видите, вот этот, как змея. Да. Сегодня, короче, я натренирую ноги, блин. Тут тоже вот прямо вот выделено корни нашей этой. И тут, пожалуйста, у него эта чугунная полукруг арка, да? Вот посмотрите, тоже образование. Все слоями, все по кругу.
Тут можно прям наклонилась, она так может поснимать листочки эти чугунные. Хочу показать вам вот этой черепицы шифера. Начинается. Ну что такое это? Потому что фокусировали вот эту лампу, блин. Вот если впереди стоит что-то, бед какой-то, она обязательно будет тут стоит. Вот слоистость это. Ого, посмотрите, что там. Когда никому не интересно, они заходят и сразу выходят. Посмотрите, во-первых, тут все по диагонали заход, да? И сама дырка, эта арка по диагонали. И вот это вот из наших этих, которые типа колодцы огромные. Посмотрите, какой ширины, да? Какого диаметра, в смысле? Посмотрите, какой здесь замок. Видите? Смотрите, как корочка, да? Смотрите. Они сейчас будут стоять, здесь ждать. Смотрите, как корка видна, посмотрите. То есть, видите, это напыление сверху, такой глянцевый чугун, а внизу... Внизу он такой, как... Это даже не внизу, а просто вот, как бы внутренняя, она такая не внизу, она... Это кажется, что тоже типа в 2D такая, рука в плечо, арка. Он и сам угошник. Вот, пожалуйста, видите? Видите, там... Это, скорее всего, дальше идет. Мы такое снимали неоднократно во многих местах. И даже тоже в маленьких виллах. Вот в Арезе, например, вилла Боццола. Можете посмотреть. Знаете, тут идет наши слои нашего кирпичного материала. Не могу сейчас увеличить, показать вам вблизи. Ну, давайте попробуем. Потому что через решетку снимаю. Обсудите. Видите? Лесенка, видите, идет. Скорее всего, пол это уже ее тоже, потому что, видите, там есть это типа плита, грубо говоря, надгробная, да? Но на самом деле это все у нее тут. Ее тут эти постройки, грубо говоря. Тут тоже, видите, вокруг нее тоже. И это 100% она идет в самый низ. Видите, у нее полукруглый этот. До самого озера будет идти. И тут еще, естественно, коммуникации, да, потому что надо... Посмотрите, вот как здорово вот это нравится. Сразу делают такой вот полукруг, да. Глядите, еще и вывернуты в пространстве. Да, вот это мы не снимали, поэтому сейчас это эксклюзив. Все у меня снято, кроме вот этой вот части. Ну, потому что мне сегодня не нравится ходить туда-сюда. Это вверх-вниз. Вот, посмотрите, тоже все заканчивается. Это вот решетка такая наша, как лап. Вот, покажу вам, как тут... Они начинаются, эти прутья, да, видите? Как будто у них корешки есть. Тут наша коммуникация, опять же, обязательно надо, ведь, понимаете, это же как бы, как же без коммуникации-то здесь? Иначе вся терраса развалится.
Вот это лепнина. Я сейчас их не хочу снимать, потому что я их снимаю ВОЗ и маленькую тележку постоянно. Но вода сегодня, да, цвет вообще. Фотографировать, хоть зафотографируй, блин. Я такая думаю, неужели вот мы сейчас там были? А мы нет, мы не там были, естественно. Хотя фиг знает, слушайте. Да нет, мы ближе были. Хотя вполне возможно. Ну какое дерево, да, тут вообще шикардосик. Да, мы были вот. Там интересно, что уже. Я же уже примерно все знаю. Надо будет посмотреть. После Ленно. А, так там у нас уже Тремедзо. Там уже у нас недалеко Вилла Карлотто, блин. Так, ладно. Вот у нас тут типа вилла начинается, видите? Это жижевчик уже небольшой, да? Видите, с жижей. Тут так я не люблю сверху снимать, потому что ничего не... Тем более солнце не... Что, собака вылезает из прямо у нее из-под платья, да? Кстати. Да, его, кстати, действительно, породы собак все одни и те же. Практически вот, грубо говоря, которые среди называемые. Вот это же все равно не относится к это... Вот эта собака, например. Это вилла относится там... 1800, там каким-то 1900, вот. Собаки же уже другие породы были, но почему-то продолжают быть вот эти собаки, как которые у нас на изображениях этих средневековья. Блин, за колебанием с этими фотографиями. Да, нельзя по траве ходить, но это вообще, конечно. Вот посмотрите, как даже сбоку делает рисунок, видите, да? Кустарник этот, видите, он как бы из общей массы, или наоборот, на общую массу, да нет, скорее всего, из общей массы вышел, начал вот тут вот так извиваться, да? Не как вот, не как жижа, не как ствол, да, а вот такой вот, в таком виде, да? Вот поймите, она делает, что хочет, что хочет. Еще такая вот галька сверху, да? Ну, там наш загончик. Туда, к сожалению, уже нельзя, но тоже ведь статуи стоят, да? Да, когда я тут вам сделала шорт, и меня там раскритиковали, что вот-вот вилла. Это Берлускони хотел сказать. Вилла Джорджа Клуни, блин, ну, не при... С озера не узнала в гриме, что поделать. Я была... Видите, опять собака, опять из-под платья торчит. И опять вот эта вот порода такая не порода вообще, да? И вот посмотрите, вот эта галька, посмотрите, как... И знаете, какая она колючая? Образует корку, да? Видите, посмотрите. Здесь уже, видите, нету. Лопкает. Все, видите, сочетается все у нее вообще на одно целое с этой женщиной, грубо говоря. Ну, теперь можем пойти наверх, короче.
сейчас я выйду, потому что они сейчас тут будут по 3 часа фотографироваться. Макс. Вот показала бы вам, вот если бы вот с озера бы подъезжали, что она вообще торчит из скалы. Вот как бы вообще здесь ее могли бы построить, да? И зачем? Вот смысла нет ее строить вообще абсолютно. При этом такие сложности, да, и такой вот огромный парк, и такая вот маленькая демора, это как ее, маленький домик, да, как бы говоря, для жилья. То есть такие сложности, все вообще тут, извините, из скалы, да, надо тут. Но все вот для парка. То есть все силы истратились на парк, в общем, да? Хочу показать вам, как из скалы все это торчит. Видите? Вот, посмотрите. Не то, что из скалы. Сначала из воды, потом из скалы. И потом вот идет наша стена. Вот тут хочу вам сказать по ценам. Вчера просто вообще... не успела удивиться, а сегодня еще больше в шоке. Вот двухчасовой тур по Лагу ди Комо, то есть по озеру, да? Двухчасовой на барке. Плюс там тебе еще завтрак. А завтрак вообще стоит, извините меня, там копейки, блин. 750 евро. Вот понимаете, 750. Вот. А сегодня мне вообще вышло вот посещение... чего-то, по-моему, посещение, значит, вот Вилла Биальбанелло, потом Виларка. Надо посмотреть, что такое Виларка. Вот у нас там в Цало Камачино есть эта Виларка. Значит, с этим, с путешествием по озеру, да, это, по-моему, 6 часов дают. Вот, пожалуйста, 200. Я чуть не офигела, что это за цены, как они обманывают народ. 200. Вы понимаете? Вот представьте, сколько я за лето... раз ездила на Лагу ди Комо, да? Начиная с Комо и заканчивая Минаджо. И я еще до Парлеццо не доехала. Вот представьте. То есть... поэтому критиканы могут закрыть рты. Вот. Все, пошли там теперь ходить. Как сердечко такое, да, это дерево делает, как будто сердце. Да. Пока здесь походим. Все, этих деревьев мы сейчас это... мы сейчас их к ним подойдем. Вот они... они... помните, да, я их уже здесь тоже пыталась отличить. Вообще приклеиваются абсолютно к стене, приклеиваются. И вот свой такой рисунок образуют, да? А? Сейчас походим, поизучаем там стены, скалы там вот. Отсюда вот прям видны, как вот это просто скалы гольные, видите? Никакого тебе ни берега, ничего. Это тоже дерево такое классное. Вот тут я помню эту историю, помните альпиниста? Но если вы найдете вот Вилла Биальбанелло, там
Я вам еще смеялась, например, историю альпиниста рассказывали, который вот владелец этой вот виллы, который дал вот так вот, типа мирается, так вот по-добренькому дал, значит, это пользоваться, мол, туристам. Ну, извините меня, только по парку ходить 13 евро. И сегодня, представьте, даже онлайн билеты из Аурито, ну, закончены, да, то есть то, что такой прям добренький он сейчас, вот совсем не зарабатывает. Вот эта вот колокольня, на которой вот сами часы бьются. А, здесь сюда нельзя уже ходить. Тут, видите, наша маленькая ящерка. Еле уже такая, знаете, хочется спать лечь, потому что я вижу, она такая не очень-то прыткая, посмотрите, видите? Ищет место, куда бы залечь. Быстренько спать. Вот. Мне нравится, видите, здесь можно спокойно все их эти препятствия обойти, да? Вот это вот. Ну, в общем, знаете, я это вам только из-за шикарного света снимаю. Вообще здесь у меня все изучено. Стоять вот эту корку, пленку изучать. Ну вот посмотрите, вот это, видите, идет пленка сверху, корка, тончайшая корка, которая соединяет вот эти вот, грубо говоря, гребешки скальные и вот эту вот нашу мелкогаличную корку, так называемый боковой асфальт. Такие, это у меня как и... Ну, у меня все равно просмотров-то нету, но все равно можно назвать это больше такой коммерческой съемкой. После таких съемок я пойду снимать потом трущобы. Ну вот Финестрелли еще. Вот, пожалуйста, глаз наш. Вот тут вот коммуникация. Вот нафига бы. Да еще и, посмотрите, каким рисунком квадратики, да? Следующую неделю все-таки намереваюсь я поехать в Финестрелли. Но это уже будет все-таки все равно уже ближе, все там только по нашей теме там в основном будет. Ну, Финестрелли тоже очень крутое место, конечно, но это вот чисто такая картинка, да, вот. Тут тоже идет, видите, заборчик, жишка. И тоже растения образуют вот такой вот рисунок, типа такие арки. Вот в Беладжо поехали. Ой, какой хороший. Это люди на кораблике приехали. Да, туда можно, кстати, опуститься вниз, там поизучать тоже. И дымка такая, да, вот у маме нравится, да? Тогда, когда на той стороне, мы на этой стороне видим дымку. Это такая осенняя уже дымка, это влажность выходит. А когда с той стороны, мы видим на этой стороне дымку. Ну, пойдемте вниз сходим. Ой, какой хорошенький. Дети, дети. Масиковый. То есть Милюшка, вообще, по сравнению с этой собачкой, Милюшка просто гигант.
собак. Наверное, она ее в два раза больше. Ну, в основном, конечно, из-за жирноты своей. Менюшка у нас бегемотик просто. Собачий бегемотик. Вот. Тут у нас тут плиты. Посмотрите, как они слоями тоже. Друг на друга, видите? То есть не друг на друга. Вот эта большая, она образует, видите, уже прирост, да? Просто сегодня свет хороший, слои все видны, видите? Пожалуйста, у нас тут скалы. Там еще и под скалой, там типа как гротик такой. И вот посмотрите, как она выходит. Вот. Вот поглядите. То есть ничего не предвещало этой виллы. Вот она от скалы начала сразу делать, видите, делать вот этот вот заборчик. Посмотрите. Тоже, видите, как нужно, видна корка. И идет потом по диагонали спускается. Да, вот здесь получается классный свет. Сейчас сделаю фотографию. Все, больше не буду запариваться с фотками, блин. А то я точно в коммерцию ударилась. Вода сегодня прозрачнейшая вообще. А, все здесь. Блин. Как же нам туда спуститься? Ошиблась я опять дверью. Кстати, даже роза есть. Так тепло, что даже роза расцвела, видите? Но я хочу сказать, утром просто, кстати, какое небо, да? Просто пронзительно синее на телефоне. Но оно тут не такое, конечно, на самом деле, оно просто голубое. Но на телефоне оно получается пронзительно синим. Это утром, я хочу сказать вам, и вечером после примерно 6 резко становится холодно. Вот посмотрите, как тоже стена идет. Как бы на нас падает, видите, в сторону и на нас падает, как бы вперед. Ну, там у нее еще ободок. Причем ободок такой тоже не узенький. Не знаю, для мамы еще одну фотку. Все, хватит. Пошли отсюда. Ой, с другой стороны, как хорошо, что я... Вот мне нравится под этими плитами, посмотрите, такая вот жишка. Что я не купила билет туда вовнутрь. Не хочу я сегодня в хорошую погоду тратить на всякие музеи, блин. И слушать это, особенно там нельзя же одному, самому посещать ничего. Тут, посмотрите, нравится вообще. Просто корни деревьев, поглядите, да? Тут вперемешку. И камень, и дерево. Корни, как бы. Это... Еще куда не шло самой там ходить где-нибудь там, посещать, самой смотреть. Но когда еще это, там еще этот экскурсовод будет говорить, это сегодня для меня невыносимо было бы. Посмотрите, что там.
А лампа там, видите, коммуникация наша так торчащая из земли. Ну, ищу такое для нас, такое подходящее более-менее, не только это коммерцию, эту красивый свет, но свет вообще, конечно, бесподобный. Даже я, которая, скажем так, ну, не люблю, когда там восхищаю. То есть я не для восхищения снимаю канал. Но, да, будучи блогером, конечно, хороший свет не мешает. Не мешает иногда поставить такую вот, грубо говоря, коммерцию. Вот сюда я тоже не заходила. Кстати, здесь, по-моему, было закрыто. Или нет? Тот раз. Я просто вам сейчас покажу вот наросты, шкафы. И вот эти трубы молпичные. Посмотрите. Смотрите, какая огромная, да? Причем тут просто по одной, тут вообще маленькая, да? Вот на всю виллу, когда здесь вообще сейчас даже прохладно в тени, просто две трубы всего, да, видите, вот-вот. Ну, там, по-моему, можно при... А, вот, посмотрите, что здесь. Во-первых, посмотрите, просто выходит скала, или дом из скалы, или скала из дома. Вот, посмотрите, да? Ну, наконец-таки интересно, что нашли. Тут вот окно такое, нашей формы, причем этой суперинтеллектовской, неправильного там восьмиугольника. Тут же наростик, домик такой вырос, причем рядом тут с окном, посмотри, окно залезло или вылезло наоборот из этой крыши, та же черепица еще. И там еще вот два непробитых окна, причем они такие выпуклые, обычно вогнутые. Ну это вот, посмотрите. Просто даже да, с черепицы соединяется эта скала, видите? Смотрите. А. И вот тут, смотрите, вот просто типа камин такой, камин на рост. Вот просто из стены торчит вот такая фигня, которая, естественно, объясняет чем-нибудь там архитектурной. Архитектурным декором. А еще я хочу вам показать балясины, которые, посмотрите, без балясины, которые наросли, и нет у них пространства между ними, да, кстати. То есть тоже не пробился балкон. Первый раз такое видел. Посмотрите, да? И еще часы. Залезли немножко кругом своим на одну из балясин. Вот, пожалуйста, моя... Блин, сейчас все с озера сбегут, попрыгают в воду. Кстати, наши тут и глаза всякие разные, да, городские такие, типа тут. Попрыгают такие. Типа здесь есть кое-что. Нельзя называть это. Это... Смотрите, собачка бит. На парапете, да? Явно девушка любит свою собачку, потому что она прямо ее за ручки подняла. Хочу вам показать быстренько парус, тоже классная штука. Я не знаю, почему-то люблю паруса. Он так как-то быстро очень пролетает. Вот это, типа катамаран. Вот такой катамаран стоит 1 000 000 евро, можете себе представить? Вот здесь тоже, вот посмотрите, вот это вот все идет туда, вот скалы. Потому что я уже на фотографиях это видела. То есть вообще, вот как бы тут, как вообще тут вообще вот это можно все строить, да? Вот, то есть все здесь скалы, и вот это вот колючие абсолютно вот эти растения. Ну, конечно, их потом посадили, да, чтобы все закрыть.
А, скузи. Ну, что, теперь нельзя стоять, что ли? Это ваша проблема, извините. Вообще валяюсь. Тут толпа народу, так что каждый должен терпеть. Ладно. А, здесь это магазинчик. Я думала, это будет церквушка. Вот тут у нас, как обычно, грубо говоря, фреска. 2D, тут рисунок, мол. А, хотела вам показать тут наростик. Видите, вот такой приростик, да, такой небольшой. Тут дверца, хотя внутри. Там, причем, наверное, скорее всего, небольшое помещение, что я вижу, там что-то лежит. Фотографирующих просто тут. Посмотрите. Посмотрите, дырка такая. Посмотрите, дырка такая. Там все идет по диагонали внутрь. Огромная стена. Посмотрите, посмотрите. По диагонали, видите? Это просто невозможно. Нигде остановиться, сразу хотят пройти. Вот, может, туда до самого низу я там встану и не буду двигаться, блин. Пока не сниму, что мне надо. Кстати, когда я здесь была, были ворота закрыты, кстати, вот эти. А? Да тут особо, знаете, тут не поснимаешь. Скузи. Иду пониже чуть-чуть. Сейчас все сюда придут. Ну, тут, как обычно, наши кольца, которые будут здесь. Тут вот такие ступеньки, да? Типа клумбы Жишка делает. И геранька. Тут, кстати, геранька, это тоже, они не сажают гераньку. Эта геранька, она дикая. Посмотрите, как соединяются ступени с этой Жишкой, да? Видите? Вот тут вообще просто вот здесь, да, кольцо в жижевом вот этом каком-то жижевом закутке, да, видите? Ну, тут такая прям гротка, при всем том, что тут вообще, можно сказать, и есть всякие разные тут и кладки, и кладка, и скала, и жижа. Вот тут посмотрите, кусок тоже вот как бы стены. Тоже кольцо, тут чугунное, вот крючок, изделие. И тряпки наши жижевые тут, паутины. То есть кольца везде, где надо и не надо. И вот лестница, как говорится, от воды идет вот на эту кишку. Абсолютно неудобно. Вот там, посмотрите, да, тоже. Тут никуда не ведет ничего. Вот там вот, да, вот, посмотрите. Просто скала, да. И тут тоже кольцо. Еще лампа, блин, видите, все как бы для удобства. Посмотрите, как арка тоже перевернута. Просто вся, видите, по вывернута по диагонали. Надо сейчас стоять, блин.
компенсировать мне мозг. Кольцо еще даже вот там. Посмотрите, оно какое, да? Смотрите, оно вообще наполовину, да? Ну все, вот пришла, никто. Вот я вам говорю, до этого здесь никого не было. Все на лестнице. Я сама пришла, все, сейчас они будут здесь стоять и никогда не уйдут отсюда, блин. Когда я видео. Покажу вам корку. Покажу вам корку. Видите, как? Вот эта кишка здесь заканчивается, да? Эй, машу, они фиксы. Вообще пофиг на меня. И тут, посмотрите, все в 2D. Вот. Вот нафига бы с другой стороны, если уж нет, само оно не образовалось, так зачем бы, да? Вот, вот у нее есть, видите, у нее есть все в 2D тут, видите. То есть мы снимаем, когда настоящий ободок, а тут все в 2D. Так, что еще тут пока покажу вам? Вот это чугунное изделие тут. У нас решетка, ну тут все в 2D. Это вот нравится окно, арка такое огромное. Еще и с вибрацией с двойной, да? Тут тоже эти болезни. Начинается. Платье интересно у него внизу такое белое, да? Тут уже коркой покрылось. О, это у меня видео там включилось. Все, ребятушки, лучше я все пока выключу. Включу новое, потому что это все, у меня тут испортилось. Слышите музыку? Я не знаю, слышите или нет. Нет, тут YouTube включился. Все. Давайте, короче, включаем новое видео. Кстати, вот отросток такой, да? Видите, типа закидывать веревки, мол. На такую высоту, да? Все, включаем другое уже видео. Пока-пока.